Этот способ скама появился сразу после бетки Сурса 2. И повелось уже очень много народу. А возможно, уже повелся твой друг или в скором времени поведешься именно ты. А с тебя лайкосик, также подписывайся на канал, и сейчас я тебе все расскажу. С одной стороны, это максимально примитивный скам. Как бы кто на него поведется? Но все-таки есть такие люди, которые ведутся на него. Возможно, вам попадались вот такие вот стрим-каналы, где по 2000 зрителей, по 3000 зрителей и так далее. И там, конечно же, выдается ключ на бет-версию Сурса 2. И тут-то все и начинается. Начнем с того, что все эти каналы не настоящие. Это каналы не Valve. Также на всех трансляциях накручены зрители. Это очевидно. Но, к большому сожалению, эти каналы попадают в рекомендации, тем самым и скамят людей. В самой КС-ке на данный момент мы видим 2 канала, 3600 зрителей и 2100 зрителей. Также в тематике КС Сурс целых 5 каналов. И как вы видите, Valve. Особо превьюшки тоже ничем не отличаются. Зайдя на любой из этих каналов, мы видим 53 тысячи подписчиков, 3500 лайков, 3200 зрителей. И как бы обычный человек даже и не подумает, что это какой-то скам. А тут всего лишь-то написано, что введи свой QR-код. И кто-то вводит свой QR-код в надежде, что он получит бетку КС-очки. И лишается своего аккаунта, само собой. Также тут есть сайт инфо, мы нажимаем на него, и нам выпадает Google страница обычная. То есть они даже не смогли нормально ввести ссылку на свой сайт. На самом деле, вот он их сайт, как бы особо ничем даже не отличается от обычного сайта CS2. Вот выглядит официальный сайт, вот выглядит их сайт. Вообще, отличий толком нет. Но на их сайте можно нажать «Получить доступ к бета-версии». Также тут ссылочка другая, Source 2 Jet Pro. А у официального сайта counterstrike.net. И как бы и тут нет никакого «Получить доступ». Тут также можно выбрать язык, частые вопросы. На этом сайте этого нельзя сделать. Но опять же, люди вот нажимают туда, им предлагает само собой ввести свой пароль, логин. Они это делают, авторизуются, и опять минус аккаунт. Вот зайдя, допустим, на торговую площадку, нас выкидывает сразу же. Куда? А нас реально выкидывает на настоящую торговую площадку. Солидно сделано, солидно. А вот кнопка Steam не нажимается, к сожалению. Как бы вот еще один факт, что это фейк. Но опять же, люди продолжают вестись на это. Уже столько просто народу на это повелось, если честно. Опять же, повторюсь в миллионный раз. Valve выдает рандомным способом. Нет никаких ключей, нет ничего такого. Он выдается на аккаунт. Если бы что-то и выдавали, то выдавали бы не в ключах. Нет ключей, все, забудьте про какие-то ключи. Выдается на определенный аккаунт. Повезло, не повезло, значит, далось. Поэтому не ведитесь на эту чепуху, ерунду. Оставьте этот аккаунт себе, чем вы отдадите какому-то фиг пойми кому. А на этом все, с вами был Фризант. Всем удачи, всем пока, ставь лайкосик, подписывайся на каналчик.